Существует несколько методов определения нижней границы желудка. Однако в клинической практике наиболее распространенными являются метод перкуссии и метод аускультофрикции. Метод перкуссии заключается в том, что при проведении перкуссии нижней границы желудка отчетливо изменяется тимпанический звук. Нижняя граница желудка в норме располагается на 3-3,5 см выше линии медиана. Метод аускультофрикции заключается в том, что мы прибегаем к помощи стетоскопа. Мембрана стетоскопа также кладется на предполагаемую нормальную границу желудка и небольшими движениями вдоль кожи пациента мы улавливаем отчетливое изменение шороха в сторону более ясного. Это расположение нижней границы желудка.